Спасибо, маленький братец. Когда тебе понадобится моя помощь, приходи ко мне. А где тебя найти? Я живу далеко, в джунглях, за старым городом, у горбатой горы, где шумит зеленый бамбук. Я живу там, где растет дикая слива, и шесть медвежат кричат «Хоу!» и валятся на спину. А когда с дерева падает лист, тигры сбегаются посмотреть на это зрелище. Приходи, маленький братец, ты мне понравился. Ты мне тоже. Почему ты ее отпустил? Я испугался тебя. Ну, хватит разговаривать. Скажи, где она живет? Я не знаю. Знаешь, вы стояли обнявшись, как старые друзья. Скажи, или тебе будет плохо? Мне и так плохо. Я сирота. Сирота. Слушай, сирота, скажи, где живет антилопа? Скажи. И я тебе дам золотую монету. Мне не нужна монета. Хочешь, я дам тебе все эти монеты. Если мне не нужно одной, зачем мне все? А-а-а, ты думаешь, что антилопа даст тебе больше? Скажи, где она живет? Скажи, скажи, скажи! Летает по воздуху. У южного Раджи жена умеет превращаться в птицу. Все это я видел уже много раз. Уходи! Волшебная палочка, которая доставляет еду. А у меня ничего нет.
Уходи! И вот сегодня я упустил золотую антилопу. Поди-ка сюда. Поди-ка поближе. Поди сюда, не бойся. А ну-ка, покажи-ка мне на одну минутку те монеты, которые ты подобрал. Все. Может быть, они фальшивые? Сейчас я их сравню со своими. Сейчас я их сравню. Я рад за тебя. Они настоящие. О, великий Раджа, ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты. Ай-яй-яй-яй-яй, что я наделал? Как же я теперь отличу твои деньги от моих? О, Раджа, отдай! Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои. А своих денег я не намерен отдавать никому. Раджа! Увы, мои деньги лучше моих людей. Деньги у меня настоящие, а люди фальшивые. Вы клянетесь мне в своей преданности, антилопы достать не можете. О, великий Раджа! Ведь я с этим шел к тебе, чтобы сказать, что в деревне есть мальчик, который знает, где живет антилопа. Мальчик, который знает, где живет антилопа? Доставить его во дворец! Раджа приказал доставить тебя во дворец! Я не сделал ничего дурного. Возьмите мальчика! Штраф. 10 золотых монет. Мне? Штраф всегда получает Раджа.
Тем более, что ты свое уже получил. О, великий Раджа, у меня нет таких денег. Если к восходу солнца ты не принесешь 10 золотых, то можешь проститься со своей головой. Ступай! Следуй за ним. Я уверен, что он пойдет к антилопе, и мы узнаем, где она живет. Золотую антилопу. Освобожу. А теперь бегите. Говорила антилопа.
небо, маленький братец. Что ты ищешь в джунглях? Я ищу золотую антилопу. Садись мне на спину. Я отвезу тебя. Дикая слива. Тигры. Не трогайте его. Это мой друг. Как я рад, что нашел тебя. Что случилось, маленький братец? Раджа отрубит мне голову, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет. Возьми их. Спасибо. Погоди. Возьми этот бамбук, сделай из него дудочку. И если я буду тебе нужна, подуди в нее 3 раза. И я появлюсь. Подуди 3 раза. Прощай, я пойду. Ты не поспеешь к сроку. Садись мне на спину, я довезу тебя. Вот то, что ты велел принести. Я знаю, кто тебе их дал. Говори, говори, где антилопа. Говори. Не скажу. Позволь, я отрублю ему голову. Погоди. Мальчик, даю тебе 3 минуты на размышление. Вот часы. Если до того, как последняя песчинка упадет вниз, ты не скажешь, где антилопа, тебе отрубят голову. Ты, Раджа, а не знаешь, что друзей не предают. Мальчик, добродетельный мальчик, я тебя сделаю министром, ты мне будешь сыном.
если даже хочешь отцом. Только скажи мне, где живет антилопа, скажи. Нет, не скажу. Скажи, пока не поздно. Не скажу. Не хочешь? Нет. Отрубить ему голову! Стойте! 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 У него волшебная дудка. Если в нее подудить три раза, появится антилопа. Отдайте, отдайте мне! Нет, мне! Чего ты хочешь от меня? Золото! Отпусти мальчика. Я дам тебе золото. Отпусти мальчишку! Эй, стража! Эй, стража! Взять ее! Взять ее! Иди, маленький братец. Иди. Я не уйду без тебя. Отгоните мальчишку! Не бойся за меня. Не ходи к ним! Сколько тебе нужно золота? Много. А если его будет слишком много? Глупое животное. Золота не может быть слишком много. Хорошо. Но помни, если ты остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепки. Золото! Деньги! Денежки! Это мое золото, мое! Денежки! Спасай себя сам! А я пойду служить к другому родже, побогаче тебя! Пойдем, маленький братец. Пойдем. Леди Баг и Супер.